Поехали, можешь поднимать крыло. Мы на таборе. Отлично, разворачивайся. Пошел, отпусти тормоза, пошел. Скорость, скорость, скорость. Бежим, молодец, хорошо, умница. Вот сейчас был хороший старт. Плавненько усаживаемся, вес налево. И пошел налево, вот так. У тебя есть 300 метров, ты помнишь, 300-400 метров. Вон там стоит орел, вон в динамике орел. Ориентируйся на него. Он очень хорошо тебе все покажет. Ближе к горе, метров 20-30 возьми левее. Вот сегодня 3 сентября, того мы облетываем Тавор. Были с утра на Мевохама, Гена сделал 2 слета, полетал очень хорошо и переехали летать на Тавор. На Таворе тоже погода шоколадная, чудные облачка, можно выкручивать до 1800, где-то 1500-1800 и лететь на маршрут, в принципе. Но сегодня, так как он здесь первый день, никаких маршрутов, просто полеты над горой, наборы, ознакомление со стартом и посадка, соответственно. Ты со мной, Гена, ты меня слышишь? Много всякой хищной живности, орлы, маленькие сокола, иногда крупные залетают, вообще беркуты большие, но это реже.